дорога от гостиницы, где мы остановились, до Угоди занимала где-то полчаса. И в первый день мы добрались очень быстро. Погода была отличная. 2-3 градуса мороза. Идеальные условия как для нас, так и для собаки. Во время охоты нам встречалось довольно много косуль, но еще больше зайцев. Такого огромного количества зайцев я не видел за всю свою жизнь. По крайней мере, такой короткий промежуток времени. Первая стойка не заставила себя долго ждать. Но выгнать фазана из заросли кустарника невероятно сложно. Ему гораздо проще убежать, чем взлететь. И в этот раз мы так и не смогли поднять птицу под выстрел. В начале первого дня мы чаще всего наблюдали именно такую картину – улетающий фазан. Сейчас я уже не вспомню точного количества, но где-то 5 промахов к ряду у меня было. Но промахи не могли продолжаться вечно, и рано или поздно я должен был попасть. Это был первый фазан, которого мы с Купером добыли зимой. Следующего фазана Купер не показал мне стойкой, а облаял, поскольку тот сидел на дереве. Мне оставалось только подойти и сделать выстрел. С подачей, конечно, возникли некоторые сложности, но мы спишем это на волнение собаки. При охоте на фазана приходится довольно много ходить. В первый день, как показал навигатор, мы прошли около 12 километров. Стоит ли говорить, что Купер пробежал гораздо больше. Не обошлось и без мелких неприятностей. По ошибке я застрелил курицу, приняв ее за петуха. Она взлетела еще на подтяжке, и я стрелял с максимальной дистанции. Конечно, Купер устал после дня охоты, но он всем своим видом старался не выдавать этого. Я не сплю. Я, конечно, забыл миску для Купера дома, поэтому пил Купер из раков. Так начался наш второй день. Это последний фазан, добытый нами на этой охоте, но мы, безусловно, вернемся сюда осенью. We are your